Настоящие мужчины творят историю своей страны. Настоящие мужчины, мужчины, которыми гордимся мы. Живущие вчера, сегодня, завтра, во все времена. Настоящие они постоянно, они временно. В сквере у фонтана в минувшее воскресенье прошла праздничная концертная программа, посвященная Дню военно-морского флота России. Ветеранов ВМФ поздравили капитан первого ранга Григорий Борисович Захаров и заместитель главы администрации города Татарска Виктор Юрьевич Барбашин. Желаю громких свершений и больших побед. Пусть волнуется море, но не ваше сердце. Пусть сдается враг, но не вы. На мероприятии ветераны были награждены знаками «Ветеран военно-морского флота» и грамотами к празднованию Дня ВМФ. Также моряков поздравили представители пограничного братства. Для виновников торжества и всех жителей города выступали участники художественной самодеятельности и артисты городского дома культуры.